Это видеоблог. Я в Самаре. Ого! Ого! Охренеть! Вот это посмотрите. Первый раз в жизни у меня номер. Первый раз в жизни у меня номер меньше, чем мой член. Так, ну на самом деле, конечно, это все шутки. Номер огромный, огромный, как и мой член. Так вот, что здесь есть? Давайте смотреть. Все, вставили карточку, все работает. О, джакузи, толчок. Все, фишня мебельная здесь. Вот, пуфик, столик, кровать, телевизор. Вид из окна. Шикарный. Самар городок. Вот он. Видите, при желании можно выпрыгнуть с окна. Обычно окна блокируют, чтобы не выпрыгивали. Но здесь можно. Пойдем сейчас посмотреть. Поехал я в Самару сегодня не один. Это видеоблог. Я в Самаре, но я не один. Хуяк. Это видеоблог, я правильно понимаю? Это видеоблог, правильно понимаешь. Так что мы сюда приехали выступать с молодой кровью. Рыжий. И Андрей Атлас. Вы помните, толстый, он не смог выйти из номера. Это видеоблог. Так, что здесь? А, памятник. Мужчине на коне. О, смотрите, здесь какая-то дискотека. Что, дискотека какая-то, что ли? Наградить. Победителей. Победителей награждать? Да, победителей чего? По всей набережной. Ой. Разные станции, вот они придут сюда. Разные школы, лицеи там все. А что за конкурс? Ну, конкурс. Спросительный организатор. Понял. Здрасте, а что происходит? Это конкурс? Для детей. Как? Мероприятие готовим. Про что вам надо? Интересно. Сейчас у нас будет здесь линейка проходить. У нас школы бегают от Софийского собора сюда по заданию спортивным. Сейчас все приходят. А спортивное мероприятие получается? Да. И будет вот здесь линейка с награждением за первое и второе место. За первое и второе место линейка будет? Линейка будет... Линейка это приз или... На награждение. Линейка это построение. Я понял. Здесь будет награждать администрация Русского района на 80 лет, и мы проводим это мероприятие в рамках нашего юбилея. Круто. Да. И вот погодка, главное, номер, чтобы не... Сами боимся. Вот они вот уже подбегают, нам уже в 4 надо начинать, боимся дождя. Понял, да, я думаю, все будет в порядке. А то оставайтесь, посмотрим. Мы поглянем, поглянем, спасибо. Вот это видеоблог, это Самара, здесь красиво, а вот молодой человечек решил... Я первая! Чё ты, заводовая! Красавка! Вот из-за таких долбоебов думают, что ВДВ тоже долбоебы у нас. Их много, конечно. Ну не лезь, не лезь! Мой пистолет! О, он умер, наверное, слава богу. Ой, блядь. Достань палочку. Прикольно. А, бля, не умер. Палочка. Ну как водичка? Заебись, что, иди скупнись. А я не хочу. Мне яйца дорогие еще. Она холодная. Вот, вот. А потом простатитушка, добрый вечер, постучится. На кого? На комика. На какого еще комика? Ну чё, как водичка? Заебись, да? Заебись, скажи, заебись, да? Заебись. Красавчик, молодец. Ну что, какие ощущения? Охуенные ощущения. Охуенные? Как раз с бадунища лупануть, да, туда? Красота. Алекс, да. Это шлёпанцы, да, у тебя, правильно понимаю?
Ебать! Ну нахуй! Ой, девушка просто потрясающая. О, у меня ноги не имеют. Мечта. Так, сейчас молния. Подожди, не выходи, сейчас молния ударит, постой там. Да не снимай мне, пожалуйста. Да я не тебя, я вон волну. Все интересуют последний выпуск «Космополитен», есть? Жень, нету. А это цветы же, правильно? Да. А, ну все тогда. Это же фонтан, да? Как-то вы не знаете, это фонтан. Вот же, понятно, дураку. Фонтан. Это же рыба, да, получается? Рыба? Вот это рыба, это куры. А, это куры, а это рыба. А чем разница в чем? У курятины это более нет, мясной продукт, а рыба это рыба, речная. А. Все различие. Ну ясненько. Извините, а не подскажете, баклажаны есть? Вот вниз смотрите глазками. Вот это? Я просто никогда не видел. Это настоящие баклажаны? Ну, я имею в виду, что это прям вот они? Да. Серьезно? А что вы? Так не смешно немножко. Странно. Это баклажан. А что странно? Странно, что вы говорите. Я не видел баклажан никогда. Вот что. Может. Серьезно. Что такое патиссон? Патиссон, конечно. У нас постоянно на столе. Баклажан не рано. Кабачок. Кабачок? Это, ладно, я не буду задерживать мужчину. А что происходит? Так? Что происходит? Это мусор, что ли? Да. А. Видите, а вы не подскажете, выпечка ручной работы где-то есть здесь? Что? Выпечка ручной работы где-нибудь здесь есть? В каком смысле? У нас выпечка ручная работа. А, у вас есть. Ну, здорово. Это видеоблог. Мы пришли в хамам. О, закат сейчас. Волга. Это же Волга, правильно? Волга, да. Хамам, джакузи. Это видеоблог. Мария, иди вперед. Ну, не надо смотреть. Так, это видеоблог, я правильно понял? Это видеоблог. Все, правильно все понял. Мы стоим ночь на дворе. Ночь, 4 часа ночи. И мы стоим на дороге. И ждем, чтобы нас кто-то выебал. Вот она дорога ночная. Смотрите. Видите, никого. Ждем таксо. Вот, подъехал наконец-то, родил. Пиздец, мы его ждали. Здравствуйте! Заебешься. Здравствуйте. Да, четверо. Еще один из них толстый. Вот этот. Боится, у меня дверь одна тут не работает. Вообще никак? Вообще никак. Но... Я специально сиденье там, что у меня нерабочее. Сам видишь, что он не понимает, что происходит. Давайте, езжайте, я закажу, мы доедем. Заебал. Ну езжайте, ну что, ну. Ну блин. Все, все, ребята, я закажу. Ладно, все в порядке, давайте. Блин, да ты же за человек такой. Да. Бля, ну конечно дела. Машина новая, а что с дверью, что случилось? Ну что тут заклинило, хлопнули сильно. Все, видать, какая-то там слетела. А может изнутри ёбнуть по ней как следует? Что-то
что-то непонятно. Что-то там какая-то тяга упала, и все, и завтра вот механику заеду. И... А потому что делают говно сейчас одно, скорее всего. Да ну это же наш автопром, что там. Вот и все. И нечего и не сказать уже. Ни пописать, ни пером описать, ни жопу настать, как говорится. Ушла, и вот смену работаю. Ну, смену-то понятно, но он жирный остался горевать теперь. Пойдет пешком, блядь, глядишь, похудеет. Что это за отпуск такой? Хорошего мало. Это видеоблог, кстати. Это видеоблог. Мы летим. Видеоблог, я правильно? Правильно. Мы в аэропорту Самары летим домой.